Этой ночью пожар унес жизни двух людей. Трагедия случилась в деревне Большеудалово Ишимского района. Обгоревшие тела мужчин 1966 и 59 годов рождения обнаружили спасатели уже после ликвидации возгорания. К моменту прибытия первых пожарных расчетов частный деревянный дом был полностью охвачен огнем. В тушении задействовали 20 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники. Во время пожара я видел через окно, что горит крыша, и когда я вышел на улицу, уже, получается, полдома сгорело. Известно, что один из погибших арендовал дом у родственницы, а проживал там с другом. Сама хозяйка живет в Ишиме. Какие соцвыплаты ей положено, то это как бы соцвыплаты выплатят ей. Но только через заявление. А неизвестно, какая сумма? Вот у нас был пожар в прошлом году в деревне Савино. Была компенсация в размерах 50 тысяч. По факту гибели людей следователи начали проверку. Им предстоит установить причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.